Детское радио представляет. Буквоед. Сима, ну что ты слоняешься без дела? Ты уроки сделала? Если бы ты знала, Остап, как я устала делать уроки. Сегодня уроки, завтра уроки, послезавтра. И всего один выходной, воскресенье. Ждешь конца недели, ждешь, как раз и он уже кончился. Тебе, Сима, следовало бы родиться в средневековье. Тогда неделя длилась всего один день, и он был как раз выходным. Собственно, слово «неделя» произошло от глагола «не делать». Ух ты, вот здорово! Каждый день ничего не делать, и так круглый год. А кто тебе сказал, что каждый день? Ничего подобного. Неделя – это по-нашему воскресенье. Один выходной день из семи. Кстати, обрати внимание, что слова «понедельник» и «неделя» однокоренные. Если раньше недели называли воскресенье, то есть выходной, то слово «понедельник» означает день, который наступает после недели, то есть после выходного. А вся неделя называлась «седмицы». Что же это выходит, что даже в средневековье люди трудились 6 дней в неделю? А иногда даже 7. Если бы ты читала русскую классику, то знала бы, что иногда, например, крестьянин вынужден был работать и в воскресенье. Как хорошо, что мы больше не живем в средневековье. Теперь каждый имеет право на 2 выходных дня в неделю, субботу и воскресенье. Пи! Не каждый, Сима. Люди некоторых профессий не могут позволить себе отдыхать в субботу и в воскресенье. Это еще почему? Сима, а как ты думаешь, в выходные люди куда-нибудь ездят? Конечно, в зоопарк, например, в театр, в цирк. Причем не всегда на своей машине, а бывает, что на общественном транспорте. А ведь им управляют люди. Значит, у них выходной не всегда выпадает на субботу и воскресенье. Бедные! Не бедные, потому что их выходной просто бывает в другие дни недели. Это касается также пилотов самолетов, машинистов поездов, врачей, даже журналистов. Ведь чтобы газета вышла в понедельник, нужно, чтобы в воскресенье ее кто-нибудь сделал. Но ведь я не должна делать уроки в воскресенье! Не должна. Но ты должна быть готова к занятиям в понедельник. Мррр.